Центр микрохирургии глаза Макарчука открылся в Бресте один год назад. Его руководитель и офтальмохирург Константин Макарчук сделал ставку на самые сложные, уникальные в своем роде операции и процедуры, на соответствие всех услуг жестким мировым стандартам. Также необходимым для старта в столь сложной сфере стало оснащение центра лучшими образцами специального оборудования и использование в работе новейших прогрессивных методик. Практика подтвердила, все было продумано правильно. Сегодня клиника микрохирургии глаза Макарчука известна и востребована. Здесь можно получить все виды офтальмологической помощи, от диагностики до сложных хирургических вмешательств. Это комплексное диагностическое обследование. Сюда относится определение остроты зрения, подбор очков, УЗИ глаза, эхоскопия, измерение внутриглазного давления, гониоскопия, оптическая когерентная томография диска зрительного нерва и макулярной зоны. Также мы специализируемся на бесшовной хирургии катаракты, фокоэмульсификации с имплантацией мягкого искусственного хрусталика, лечение катаракты и одновременное устранение астигматизма, хирургическое лечение глаукомы. А основная наша специализация – это сложные микрохирургические вмешательства на сетчатке и стекловидном теле. Взглянуть на мир по-новому, вернуть остроту зрения, а то и навсегда расстаться с очками – задачи, с которыми в центре Макарчука с максимальным эффектом справляются благодаря инновационному оборудованию и материалам. Система рационального освещения, обзора, фокусировки и детализации изображений соответствуют бесчетным требованиям разных отраслей офтальмологии. Диагностический инструментарий – самый современный. Импланты – только от ведущих производителей. Предметом особой гордости является операционный микроскоп. Уникальное оборудование помогает нам проводить уникальные операции и процедуры, многие из которых раньше можно было сделать только в Минске. Однако специализируется наша команда на хирургии отслоек сетчатки, на исправлении патологии макулярной области, кровоизлияний в стекловидное тело. В центре только бесшовная хирургия катаракты с имплантацией мягкого искусственного хрусталика американского производства. Все операции выполняются без швов, боли и госпитализации. Каждому пациенту гарантировано внимательное отношение и индивидуальный подход. Залог успешного результата – отточенный профессионализм всего коллектива центра и золотые руки потомственного офтальмолога доктора Константина Макарчука. Он хоть и молодой, но уже опытный врач. 7 лет работал в Гомеле в Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека в отделении микрохирургии. Стажировался в ведущих клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Успешно провел более 10 тысяч сложных операций. Из них свыше 4 тысяч на сетчатке. Является постоянным участником научно-практических конференций и конгрессов в области офтальмологии, как в Беларуси, так и за рубежом, в Барселоне, Вене, Берлине, Риме, Милане. Константин Макарчук – член Европейского ретинального общества и Европейского общества катарактальных хирургов. На его счету – рационализаторские предложения и научные статьи. Однако брестский доктор прежде всего практик, который все свои знания и навыки направляет на то, чтобы помочь людям четко видеть все полутона окружающих мира. У меня один глаз 4 года назад прооперированный, и он не видит. И мне было, конечно, очень страшно идти на эту операцию. Боли абсолютно никакой. Его, ну, золотые руки, незаменимые руки. Его, он каждое свое движение, он комментировал, что из-за после того, когда он сделал операцию, посадил меня, вы видите, я говорю, вижу, вы такой красивый доктор. Первое, что я могла сказать ему. Вы знаете, очень благодарна. Операция у меня была здесь по замене хрусталика. А так как еще до этого у меня были проблемы, у меня же сахарный диабет и с сердцем проблемы, потому что там замена клапанов у меня было, конечно, какое-то переживание было. Настолько добродушно отнесся, что я уже не стала думать, делать, не делать, но тут же решилась на эту операцию. В чем ему очень-очень признательна и благодарна. Потому что я вижу. Лечение в центре микрохирургии глаза Макарчука – это уровень лучших мировых клиник в городе над Бугом. Каждый день в Бресте на Республиканской 10А врачи совершают маленькие чудеса, возвращают зрение пациентам, а значит, дарят людям радость полноценной жизни.